На юг Китая обрушился второй мощный тайфун за неделю. Гонконг и Макао объявили восьмой уровень штормовой опасности из-за приближения тайфуна Пакхар. В воскресенье утром на юг Китая обрушился второй за неделю мощный тайфун Пакхар, сообщает центральное телевидение Китая. Тайфун достиг побережья города Тайшинь в провинции Гуандун около 9 утра, 04:00 по Киеву. Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам. Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао объявили 8-й, по 10-бальной шкале, уровень штормовой опасности из-за приближения тайфуна Пакхар. Из-за стихии в аэропорту Гонконга отменено более 300 рейсов. Также приостановлено паромное сообщение. Для ликвидации последствий власти города впервые в истории привлекли военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, НАК. Тем временем, в США бушует ураган Харви, жертвами которого в штате Техас стали уже 3 человека. Жертвами тайфуна в Японии стали 2 человека. По материалам сайта News.com.